Приветики, рулетики, с вами OAI, и вы на канале OAI Space. А сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Dead Cells, и это второй эпизод. У нас впереди очень много битв, сражений и куча сокровищ. Всем приятного просмотра. Достижение комнаты с отличным видом. Мы впервые дошли до тюремных башен. Класс. То есть, смотрите, с оружием, со всякими бонусами, в принципе, довольно неплохо сражается. Жесть, просто жестко выглядит. Так. Сейчас буду, походу, сражаться с боссом. И неизвестный артефакт. Видимо. Особая руна. Это вечная руна разблокирует особый режим. А как? Особый режим какой? Вот единственное, наверное, что в этой игре плохо, это то, что не объясняют нифига, что за особый режим, как будто ты должен вообще знать. Так, вот не надо, не гони. А, слабенькие. То есть они как вот эти розовые штуки на том уровне. То есть их надо сразу мочить, чтобы они тебе урона не нанесли. Чего бы? За команушка. Уху, не. Видали, я его мечом снизу таких. Как-то. Я не знаю. Так. Ну слушайте, я стала веселее, наверное, это даже заметно. Потому что. Да. Потому что сражаться стало интереснее. У нас уже не так все плохо идет. Я не знаю, как сюда пробраться, что получается. Короче, в дырке лучше не проваливаться. Красота. Крутизна. Просто крутизна. Это я, короче, ложанула в тот раз, что я так быстро перешла на тропу мертвецов, потому что у меня ни хрена не было оружия, а я... Да, серьезно, уйди, уйди. Так. Да, давай с последним сохранением. Только не говори, что последнее сохранение было там... Фиг знает где. Походу, да. А, ну это ерунда. Я думаю, они мне сейчас все отберут просто. Почаще нас сохранятся. Хорошо разрыватель связок. Советую. Так, это мы брали. Хорошо. Сразу мочить их. Не понимаю, что мешает разработчикам нормальные сохранения сделать. Может быть, они хотели какую-то интересную механику какую-то таким образом сделать, но если честно, это отстой. Как
когда ты умираешь, все теряется. Хорошо, хоть можно выключить, но тут все равно, видите, не идеальная настройка. Ты все равно умираешь, да что-то дотеряешь. Например, свой прогресс, это тоже важно. Раз. Снизу просто тыкает. Чувак упал. Так, ребят, живем. Лимонка. Не знаю, нужна ли она вообще нам. Так, давайте сравним ее сначала. Ну, наверное, вместо тоника, потому что я все равно его не использую по назначению. Я все время про него забываю. Хотя он, в принципе, очень хороший. Его сейчас убьет, так, ну давайте его с рубином. Куда она нам? По-моему, полезнее наша штука, этот золотой амулет. Поэтому амулет с рубином мы оставим. Да как ты выглядишь так? Так, ну у нас еще одна стоит 50%. Еще одно сокровище. И что? Метательный нож. 4. Так. Смотрим. Блин, старый бы щит нам поменять, а вот метательный нож. Кровотечение вызывает отравление. Вау. Класс. Да ладно, давайте уж попробуем. Классно. Классно. Правда, я, наверное, пожалею о том, что я щит потерял. Отлично. А вот теперь не жалко, как говорится, и вот так вот сделать. Вспомнила рекламу от Покер Дом. Не щелкай. Играй в Покер Дом. Или там это, знаете, вот это подними бабла. Ой, вообще не могу. Вот такие. Я не знаю, это шедевр, конечно. Класс. Что у нас здесь есть? Все есть. Тут уже были, там были. Ага. А куда идти дальше тогда? Получается, что... Так, а что?
у нас еще вон там получается уровень есть. Ну ладно, пойдем. Ну еще вон штучку выменили тоненько. Что за хрень, я не знаю. Но... Я не знаю, каким надо быстрым, чтобы успевать убить. Я не настолько быстрая. Так, это мы сейчас обратно идем или правильно идем? Да, скорее всего, эта дверь должна открываться откуда-то еще. А если мы вниз пойдем? Так, давайте сохранимся, а потом прыгнем туда. Окей, все-таки это была смерть. Кстати, неправильно показывают. Написано 31 минута игры, а я играю уже очень-очень долго. Да ё-моё, побеги. О! Ещё святых берём. Вообще очень сложно врагов побеждать. Только с ними и шанс какой-то. Потому что врагов тут все-таки очень много, а мы одни, как говорится. Так, сходим вниз. Давайте сходим. Не зря сходили. Блин, у меня денег уже столько, и по-хорошему бы найти какого-нибудь продавца, но что-то на пути их не попадается особо. Чаще сохраняться. Я и так вроде это делаю не особо редко. С этим бороться. Можно выживать на одних вот этих клинках только. Ну или как они называются. Метательные ножи, так что.
Так, отлично. Тебя-то я ищу. Да? Капкан 5. Мы уже поняли, что капкан хрень, ну или, по крайней мере, для меня. Как тебе, скаут? Ничего интересного не предлагает, короче. Ну, я вот думаю. Так. Смотрите, он сам просто умрет. Кебаб. Класс. Берем, 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 берем. Хе-хе-хе. Так, ну мы там что-то внизу еще забыли, по-моему. Короче, здесь очень много уже путей. Ты туда спускаешься, а там только пропасть. Так, давайте брутальность повышать. Прежде чем успел атаковать просто. Еще брутальность. Ну что, пойдем вверх. Отлично. Это что, поскрести стену? О, кебаб! Вот это да, красота. Нет боеприпасов? Что у меня... Все-таки, знаете, метательные ножи как основное оружие не тянет, потому что боеприпасы заканчиваются, это плохо. Как дополнительное самое оно. Смотрите, ничего даже делать не приходится, просто сами умирают. Я не знаю, стоит ли прыгать сюда, наверное, не стоит. Ну, прикол, если там какие-то дополнительные уровни. Скорее всего, нет. Хотя, кто знает, рискнуть что ли? Пойдемте что ли? Мы вроде сохранились. Ни хрена. Так, тогда протестируем еще и эту ямку. Короче, не прыгайте. Смысла нет. Уже который раз убеждаюсь. Я просто все верю в то, что разработчики запрятали там что-то. Нет. Как вот тут, да? Зачем тогда здесь выступ? Чтобы я спросила. Класс. Все, мы прошли уровень. Поздравляю вас. Еще один пройденный уровень. А сегодня очень хорошо проходится, прям сочно. Даже героям иногда нужен отдых. Да, согласна. Вот у меня, например, о, открыть. Нет, еще не нужно. Ну-ка, кто тут у нас? Давайте целебную фляжку возьмем. Отлично. Мы
мы теперь можем два раза использовать. Лечимся. Хе-хе, теперь у нас две фляжки. И мы будем умирать немножко реже. А еще у нас 2000, смотрите, хпшки. Классно. Черный мост. Выйти за стены тюрьмы само по себе достижение. Перейти мост можно только чудом. Ага. Серьезно? Достижение, наконец, минутка спокойствия. Вы впервые дошли до моста. Окей. И что, здесь нет врагов? Где же минутка спокойствия? Сказала бы, что он сильно потный, в принципе, нормально идет. Но надо вовремя использовать хилку, иначе никак. У меня уже ручки устали. Чего? На него и не успеваю ничего мне все. Давай, мочись уже. Давай, умирай, умирай. Умирай. Уф. Слава тебе, яйца. Достижение толстяка. Вай. Это того стоило, смотрите. Смотрите, просто... Вау. Блин, я устала. Мощно было. Я просто на последнем издыхании его победила. Руна испытаний. Это вечная руна, открывая доступ к ежедневным испытаниям в тюремных камерах. Это чё? Огниво. Ага. Капкан. Электрическая плеть. Умирая, жертвы замораживают врагов поблизости. Так, ну у нас чистый гвоздь один, и он и то больше урона дает по сравнению с этим. Но тут еще плюс 66% урона. Метательный нож я, наверное, ни за что не выброшу, он мне очень нравится. Я даже не знаю, мне не хочется наш гвоздь терять. Давайте хоть попробуем. Не, мне мечом проще. Капкан. Вставляет залпом
стреляет залпом из стрел. Каждая стрела наносит 18 урона. Бросает гранату 38 урона при уничтожении. Посмотрим. Ну, вместо лимонки можно, я думаю, взять. Ну, лучше, чем лимонка, во всяком случае. Ух, я устала. У меня очень мало жизни осталось. Серьезно, следующий уровень. Ну, тогда можно, я думаю. Проход деревни на сваях древнейшему храму. Может быть, хворь обошла эту часть острова стороной? Опять. Опять закрыто. Ну что такое? Вы не получили урона на предыдущем уровне. А что, должна была или что? Вы не получили, наверное, на бокса. Привет, мелочь. Ты добрался сюда живым. Ну, живым, ты знаешь, о чем я кузнец. Работаю вместе с соседом-коллекционером. В обмен на клетки я могу улучшать твое снаряжение. Приносите клетки, и шанс выпадения качественных предметов вырастет навсегда. Ну, такое себе. Потратили 12 клеток, и особо да ничего. 500, блин, набрать. А, слава богу, я подумала, что мне не дадут в этот раз это увеличиться. Мы просрали наши клетки только что. Только что. Ну ладно, у нас не так, чтобы и много было. Что, ничего нельзя получить? А зачем тогда ты нужен? А, ты за денежку, да? А, нет, это отменить все мутации. И мой самый любимый, просто моя прелесть в игре. Хи-хи-хи. Целебная фляжка из старого. Так, а тут что у нас? Что-то внизу есть, смотрите. Пойдемте посмотрим. Может, там какой-нибудь секретик. Я еще и так не умею. Там, наверное, какое-то умение надо, чтобы лазить по стенам. Я все еще никак не научусь. А, деревня на сваях. Что? Вау. И расколотые святилища. Так куда лучше, интересно? Давайте пойдем сюда, название поприятнее. Вытеснение языческого культа в дикие части острова было одним из немногих эдиктов короля, поддержанных подданными. Ой, ну класс, мне очень нравится игра. Короче, не проходите сложные уровни, так, достижение падения, доберитесь до расколотых святилищ первый раз. Не проходите сложные уровни без улучшения здоровья, без всех вот этих улучшений боевых, иначе будет жопа, потому что вы будете постоянно умирать, будете проклинать игру, а на самом-то деле все довольно-таки классно. О, это что? Ловкие ловушки, поймайте врага в ловушку, используя окружение расколотых светильщиков. Чего? Хо-хо-хо. Серьезно? Это чего? Это он типа упал? И мы победили из-за этого? Классно. Так, ну давайте дальше походить. Вон. А воронки, в принципе, довольно легко убиваются. Чего? Чего? Чего за штука? А, смотрите, это... Вот эта штука убила этого монстра. Его. Классно. Это ты меня убил, да? Точнее, не убил, а... Что за штука такая странная? Так, он почему-то ползает, значит, можно его убить. А он, блин, такой большой, даже... Ай! То есть я могла ловушку. Так, не надо на кнопочки наступать, люди. А еще эти штуки очень быстро обрушатся.
знаю, что тут есть что-нибудь, нет, что-нибудь. Ну, в принципе, довольно неплохо убивается. Что тут? Перейти. А куда перейти? А если не перейду? Не, я пока не хочу. Давайте оставим на вкусненькое. Вдруг там куда-нибудь опять нас на новый уровень, а мы еще это не пошли. Так, запомним только, что это вот где-то. Что за вороны такие? Нет! Тупая ворона, а? Тактика или живучесть? Конечно. А еще, еще чего-то? Написано сундук с золотом. Хе-хе. Эй, ты, да ты. Чего? Какой прикольный. Блин, это так классно было. Вы разгневали боков. Всего один небольшой удар, и вы мертвы. Чтобы снять проклятие, нужно убить 10 врагов. Серьезно, ерунда. Повышает любой из 3 показателей. Парни кинжалы. Так, ну давайте сравним. Просто смотрите, сколько урона. Последняя связка из 3 ударов будет критическим. Без света применяется самый высокий уровень. 1% здоровья восстанавливается за каждую атаку. Классно. Берем. И светок силы. Берем. Так, он нас сейчас проклянет. И что? Назад к выходу. Так, осталось 8. Осталось 5. Отлично. Еще 2. Снято. Отлично. Будьте прокляты, останьтесь живы.
А, в смысле снято? У меня написано еще твое. Походу, каунтер у меня сунулся. Ой, ё-моё, я хочу просто взять свиток. Так, давайте урона будем наносить. Обожаю, мне ничего даже делать не надо. Изучить. Вау, подобрать. Костюм сектанта. Блин, вот плохо, что здесь так мало возможностей улучшаться. То есть чертежей я очень много нахожу, но использовать назначей. Давайте пополним здоровье. Пошли. Ну что, пойдем сходим. Надо было мне все-таки взять там что-то. Вау. Что продаешь? Щелкунчик. Маловато урона наносит. Что он дает? Отравляет врага. Нет, все ничего. Кровавый меч. Вызывает кровотечение. Смотрите, сколько у нас урона. 1367. И так, тут так мало, да? Да. Обманщик. Я буду это больше. Так, давайте, наверное, все-таки сходим к тому... той штуки, где у нас было в прошлом. Да, здесь, по-моему. Я что-то побоялась, не зашла. Надо было идти. Сюда, по-моему. Да. Сюда. Так, что это? О, там можно за золотишко что-то купить, но я не достаю. А, достаю, смотрите. Все продается, дружок. Все. Рубиновый ключ 10 тысяч. Куриная ножка. 4 тысячи? 50% здоровья. И кебаб 15%. Покупаю рубиновый ключ. Разблокирован секретный чертеж. Костюм уводоносца. Красота. Чего тебе? Ну да, действительно. Ты же мне продал уже, что мне? Что надо, иди отсюда. Да, я довольна. Вот, короче, у продавцов стоит покупать ключи. Да, они дорогие, но ты их можешь не найти. А вот оружие можно и получше найти во время путешествий вот таких. Потому что у продавцов оно почему-то тухлое. В начале игры, в принципе, неплохо. А вот в конце уже как-то, ну, точнее, в конце. Когда ты уже наловчился, лучше его искать. Так, тут что-то есть. Пойдемте вернемся или куда мы там. Все, что ли, да? А, ну все. Что за воробушки такие? Так, мы же сюда, по-моему, заходили уже, да? Так, тут что? О, нет, босс. Давайте сначала одолеем кого попроще, а потом уже будем мочить все остальное. Нет, встань. Ай, не
знаю, лечиться или не лечиться. Где-то там. Да. Надо голову добивать издалека. То я благородная, полезу, блин, сражаться. Интересно, он значит не может до нас добраться и что? Это выглядит смешно. Так, мы все что ли? Все прошли? Серьезно? Точно? Ну, если честно, похоже, что нет. Да. Прыги быстрее сейчас пойдет. Ну нет, смотрите, держится. Уже здесь всего просто. Путешествовать по этим землям. Так, а мне кажется, ли мы здесь уже были? Так, это взрыватель связок. Ха, чего? Ха, смотрите, этот стоит дешевле, а этот стоит дороже. Но это одно и то же. Абсолютно одно и то же. Ваша Ольга. Прикольно, как он молится. Я не знаю, что он делает. Мощно умеет. Так, опять эти странные существа. Ты поставился, ты мерзавец. Нет. Опять я ранена, да? Опять надавали нам всего. Ледяная граната? Наверное, вот это. Я что такое? Только не говорит, что я опять могла что-то выбрать. Ну ладно.
Я думала, что это все ключевое. Так, используем телепорт. А, уже некуда, да? А здесь что? Блин, как меня достали эти мечи уже, точнее, как называется, топоры. Ну, я тебя учу так одолеть. Так, есть 6000 снова накопили очень быстро. А это та штука только обновленная. Мы же в прошлый раз оставили ее. Теперь нам больше дали. Класс, берем. Все на выход. Есть найдена секретная зона. Ну, два раза. Ты чё там? Ты кто? Ты чё так лагаешь? А ё-моё, а? Это не секретная зона, это, по-моему, жесть какая. Когда я их все убью. Что-то тут. Есть портал. Еще и телепорт. Ну вот теперь мне будет не сладко. Да. Да ё-моё, а вы чё, издеваетесь? Так, там босс, я не хочу на самом деле особо к нему. Так, ну. Ага, я всё-таки могу. Я могу.
так вот, смотрите. Серьезно, смотрите, как его легко победила просто. Че, идемте получать нашу награду? Так, где? Что? А что тут так некрасиво? А где мои сокровища? Так. О-о-о. И чё? Это тебе? Тебе я обязана своей свободой. Наверное, ты пахнешь гниющей плотью, жаждой крови, презрением ко всему живому. Скажет, мне подходит, да? Но не думай, что теперь я буду везде идти за тобой. Мы можем здорово поселиться вместе, если ты будешь со мной хорошо обращаться. Ну что ж, давайте тогда повеселим наш новый меч. Класс. Или напарника, я не знаю. Я думаю, что будет классно. Ай. Меч, это где? Ну ладно. Я не знаю, есть ли тут еще что-то. Ну что ж, походу мы застряли. Я предлагаю пройти все остальное в следующих эпизодах. Спасибо, что были со мной, спасибо, что смотрели. Будем проходить, обязательно пройдем всю игру. Увидимся, услышимся. Всем пока!